захотелось попробовать пофифкать на кувиклах из тростника. Почему-то под эти легче фифкать, чем под бамбук, хотя та же тональность. Знаете, наверное, как вот у каждого человека, который поет разный тембр, да? Так и здесь тембрально получается разная музыка. Ну, я так думаю. От каждой исполнительницы зависит. Что я уяснила, когда изучала теорию игры? Есть, когда мы вместе с выдохом фифкаем. Ф – это вот воздух, получается, в кувиклу посылается. И мы, ну, что-то уа-о, вот какой-то такой букву говорим. Что-то мяуканье еще напоминает, да? То есть сразу повторяем тот же тон, что мы играем. Можете, недостаточно профессионально это делаю, я отсылаю вас еще раз к девочкам, посмотрите. Ну, просто я вот что для себя уяснила. И когда вы переходите с трубки на трубку, как бы на и играете, на и ваш голос, да, будет петь. Вот в этот момент, да? После трубочки, после уже выдоха. И ту же нотку, да, повторяйте, что сыграли.